Всем привет, дорогие друзья, с вами Сэмчук, продолжаем разбирать Near Wallet, только что выкатили новое обновление, значит, во-первых, у нас появились лиги и кошельки, и статус этого кошелька, да, то есть краб от 1 до 10 баксов, и в зависимости от вашего депа и количества здесь, сколько находится денежек, у вас будет показываться ваш статус кошелька. Далее вы можете ачивки разблокировать, то есть холдер, вам надо иметь депозит в 1 бакс сюда, если не получается, напишите, я вам закину 1 бакс. Далее вам надо зайти в сквад, далее трейдер, получается, вам просто надо иметь на этом кошельке протокол Near, USDT и Yuan, можете депнуть одну валюту, сейчас покажу, как ее быстренько перевести. И далее The Winner, получается, вам надо холдить 5 ионов, кстати, советую закупить побольше, потому что, скорее всего, они будут эту монетку бустить, да, вот сегодня вы увидели, завтра другие, покупают, курс, получается, растет. И плюс тут еще непонятно, возможно, будет на количество ион, возможно, тут будут другие монетки, поэтому обязательно вот за этим разделом внимательнее следить. Далее, что у нас завезли нового? Во-первых, это новые задания. Для того, чтобы их посмотреть, нажимаем вот сюда на фармилку ход, далее в миссии. Как видите, нас добавилось 3 новых миссии. Ну, допустим, вот это сделать, получается, перевод. Далее там сохранить свою сид-фазу, я уже это сделал, у меня она почему-то не высвечивается. Ну и далее как раз-таки свапнуть Near на Yuan. Сейчас покажу, как это тоже сделать, когда оно выйдет, чтобы вы могли сразу первыми это сделать. Значит, по поводу вот этого трансфера, как это сделать? Нажимаете трансфер, да, выбираете адрес, которого вы будете депать. Ну, там можете родителям, не знаю, другу своему закинуть. Далее, получается, выбираете не протокол, ну, не обязательно, то есть, какую монету у вас есть. Значит, тут выбираете количество, которое вы будете депать. Я тут поставил макс, ну, не обязательно. То есть можете хоть 0.1 закинуть, там и все. И тут можете написать какое-то сообщение, и все. Нажимаете кнопочку трансфер, отправляете, и за это получаете 0.1 ход. Далее, как сделать свапалку. И если вы там закинули только один, допустим, вот USDT, нажимаете свап, выбираете тут Near протокол, выбираете здесь Yuan. Все, ввели там, сколько вам надо количество, у вас прогрузилось, вы оплатили. Кстати, на комиссию тоже желательно закидывать, и все, good. Если у вас не получается, опять-таки, напишите личные сообщения в чат, всем ответим, всем поможем. Но также добавили новое получение бесплатного газа. Для этого нажимаем сюда, переходим в миссии, и тут у нас есть газ free. Для этого нам надо подписаться на вот этих создателей, которые сделали этот токен. Все легко, нажимаем, подписываемся, нажимаем читать в иксе, далее заходим сюда, нажимаем, что мы приняли, и все, все это делаем под VPN, и в течение там буквально 3-2 минут все это подгрузится, и вам дадут, получается, 1, 2, 3, 4, 5 бесплатных минтов. То есть можете 5 раз делать бесплатно, но также, если вы закинете один Near, то вы сможете сделать целых 2000 клеймов. Третье, чего важное, очень хотел сказать по поводу деревень. Я создал еще одну деревеньку, все деньги, которые вы будете фармить, буду обратно вам отдавать за активность в чате, за еще что-то. Как сюда вступить? Очень легко, просто берете, копируете ссылочку, она будет в описании, бам-бам, все, зашли по ней, вы будете автоматически здесь, вы приносите нам денежки, мы отдаем вам. То есть все честно, все прозрачно, у нас только активные игроки, кто не активен, кикаем, чтобы наш склад автоматически повышался там в лесенке. И теперь вот эта часть видео будет для тех, кто только заходит, то есть что делать после халдинга. Если вы заходите, да ничего страшного, вы все равно сможете забрать там какие-то хоть награды, возможно, вы даже заберете нормально, потому что проект все-таки еще только развивается, всего он там существует в районе 2 месяцев, поэтому все нормально. Значит, для этого, вот, во-первых, желательно сегодня вот зайти, потому что 20 часов у вас будет еще на халяву, получается, фармиться монетки. Далее, по бустам сразу же бежим вот сюда. Вот это я вам не советую прокачивать, потому что, по сути, если вы можете заходить по будильнику каждые 2 часа, просто будете собирать, и чтобы не тратить свои драгоценные тончики. Далее, по поводу костра, я бы качнул его на 3 уровень, а там дальше уже сами думайте, сможете ли вы обогнать и как долго это будет окупаться. И далее, по поводу Jedi Woods, обязательно выполняем, то есть что, качаем кошелек, не обязательно в него заходить, зашли, нажали Complete, все. Депнули сюда 0.5 Near, если не получается, напишите, сделаем. И далее, депнули сюда 1 бакс, тоже абсолютно легко, все сделать можно. И далее, пригласить друга, кстати говоря, сейчас покажу, где же взять эту реферальную ссылку. Нажимаете вот сюда, шарит, да, поставили сюда галочку, все. И вы будете копировать свою же реферальную ссылку просто вместе с моей деревней. То есть человек придет к вам, но в деревню он вступит нашу, то есть я вам и дам за него денежек, и ему тоже дам. Как только это будет доступно, ребят, потому что сейчас на данный момент я не могу этого сделать, чтобы не писали, что я не отдаю. По поводу где посмотреть своих рефералов, да все легко, опять-таки выходим вот сюда на ход, видим кнопочку Friends, нажимаем сюда, все, вот видите, у меня тут вот есть. Вы можете им напоминать там, то есть все легко. В принципе, на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал и также напишите, интересно ли вам еще один проект, в который там инвестировали 37 миллионов долларов. Тоже могу рассказать. Очень легко там на нем можно заработать. Если остались какие-то вопросы, пишите свои топовые комментарии. Всем отвечаем, всем поможем. Переходите по ссылочкам в описании. Обязательно в телеграм-канал, в телеграм-чат. Всем удачи и всем пока-пока.